11 ноября в детско-юношеской спортивной школе прошел день открытых дверей. На сегодняшний день учреждения посещают около 800 детей в возрасте с 6 до 18 лет и работают 5 отделений – дзюдо, волейбол, баскетбол, лыжные гонки и легкая атлетика. Обучают воспитанников 14 тренеров-преподавателей. На празднике гости познакомились с историей создания Десногорской спортивной школы и пообщались с тренерами-преподавателями. В свою очередь они представили своих лучших спортсменов, рассказали об их успехах и достижениях. Ребята разных возрастных групп продемонстрировали элементы тренировок, а также умения и навыки, приобретенные за время обучения в ДЮСШ. Желаем спортшколе дальнейших побед и способных воспитанников.